Нижний Новгород в групповом этапе Лиги чемпионов сам себя загнал в ситуацию, когда выход в следующую стадию зависит не только от него. Чтобы иметь теоретические шансы, команде Зорана Лукича нужно было побеждать в игре с Дижоном у себя дома и ждать победы у Никахи в параллельном матче. Первую часть НН выполнил. Баскетболисты Нижнего учли ошибки предыдущей игры с Локомотивом, где была низкая реализация трехочковых, и в заключительном матче этого года порадовали болельщиков дальними попаданиями. На старте первой четверти взлетают трехи от Кулагина и Антипова, а под конец еще прилетают дальние от Чадова и Личутина. 23-20 после первых 10 минут. Гости после короткого перерыва отвечают такими же попаданиями и сравнивают счет. Под занавес первой половины хозяева выдают рывок плюс 12 и 49-40 перед большим перерывом. Обмен трехочковыми продолжается и в третьей четверти. Гости за счет большей активности под кольцом вновь сравнивают счет и до конца отрезка не отпускают НН в отрыв. 75-67 после 30 минут игры. В заключительной четверти Нижний делает большой упор на оборону, и это приносит свои плоды. Не забывают и о дальних бросках, увеличивая отрыв до двузначного, и защитили его. 93-85. Баскетбольный клуб Нижний Новгород одерживает победу в групповом этапе. Надо хорошо. В принципе, уже все понятно, что касается некого анализа нашей группы и выступления. Поздравляю Дижон за проходом дальше, желаем им максимальную удачу. Да, работа точно, но сейчас на дальнем этапе будет трудно работать. Просто имамо пригруженную группу пригруженных игроков, Хвостова еще нету, Бабурина еще нету и не будет, Ивановича нету и не будет. Что касается Гонтера, то же самое, поэтому надо правильно известить, что и как. Продолжай дальше. Победа в заключительном матче года могла принести еще больше радости болельщикам, если бы в параллельном матче испанская «Уникаха» одержала победу над «Лаврио», но греки оказались сильнее. Нижний Новгород остается на четвертом месте в группе и заканчивает свое выступление на европейской арене в этом сезоне. А следующий матч команда Зорана Лукича проведет уже в 2022 году. На паркет КРК «Нагорный» баскетбольный клуб Нижний Новгород вернется 9 января и сыграет против «Енисея». Служба информации, Артемий Катков.